В этом сезоне в Абакане дорожники отремонтируют почти 60 объектов. Большая часть работ позади, однако на некоторых участках они только начинаются. Неудобно прежде всего автомобилистам. Перекрыт ряд центральных улиц. Надежда Винокурова проехала по городу и оценила ремонты начатые и законченные. Дорожники в этот сезон частые гости не только центра города, но и окраин. В асфальт укатали несколько улиц частного сектора. Асфальт на улице Озерная в этом году появился впервые. Ровное покрытие оценили не только местные жители, но и автомобилисты. Ведь это самая короткая дорога из Полярки в 4-й микрорайон. Лихачи так надоели жителям улицы, что они попросили установить знаки, ограничивающие скорость. А вот по улице Комарова быстро ездить не получится еще как минимум пару недель. Очередная бригада дорожников снимает старый асфальт. Впереди укладка нового полотна. Автомобилисты недовольны, приходится либо разворачиваться, либо ехать через дворы. Но большинство водителей понимает, дорожные ремонты хоть и доставляют неудобства, без них никак. Дороги-то сделают, может быть, когда-нибудь, но все равно как-то это тяжело. Так, дороги не сделаны. А дорог много плохих в городе. Другой вопрос – те участки, которые перекопали коммунальщики. Из-за большого количества подземных сетей работы двигаются медленно. После долгого перерыва на этой неделе наконец-то открыто движение по улице Чертыгашева. Коммунальщики работали здесь практически все лето. И их труды не прошли даром. Теперь на Чертыгашева гораздо меньше асфальта. Теперь после окончания ремонтов и энергетики, и водоканал должны привести проезжую часть в порядок. Чиновники администрации уверены, большую часть оставшихся объектов подрядчики успеют выполнить в срок. До окончания ремонтного сезона почти месяц. Без срывов не обойдется. Будут некоторые срывы. Некоторые срывы, в том числе и по качеству, мы некоторые дороги можем не принять в связи с неудовлетворительным качеством. Но хочется отметить, что объем очень вырос, то есть в разы вырос, а количество дорожно-строительных организаций в городе не увеличилось. При этом на этом накладывается еще огромный объем благоустроительных работ и дорожных по республике Хакасия. Иными словами, дорожники аукционы выигрывают сразу по нескольким объектам, а силы техники не хватает. С таких спрос строгий. Пока не сделают качественно, оплаты не будет. В планах городских властей дорожные работы продолжат и предстоящей зимой. На улице Некрасова будет проводиться отсыпка под дальнейшее расширение. Вплоть до границы Стельмана, а дальше и Крылова, чтобы весной, когда придет тепло, не затягивать асфальтные работы. Надежда Винокурова, Светлана Панина, новости, 7-й телеканал.